Добрый вечер. У меня вот здесь такое чудо в коробке. Я получила посылочку. И лежу, читаю книгу. Я выписала, значит, «Дом с лилиями». Я фильм смотрела, мне очень понравился этот фильм. Я решила, в общем, почитать. Выписала здесь вот три книги. Это первая. Не знаю, вот это, наверное, вторая. Да, вот это третья. В общем, я решила почитать. Лежу, читаю, а у меня тут такое чудо. Забралась в коробку и лежит. Я думаю, чудо за звук, не пойму. Она, оказывается, лежит в коробке и отдыхает. Вот так, Мурочка наша. Ну и заодно похвалюсь книжками, которые я выписала. В общем, вот мне пришло три книги «Дом с лилиями». Вот руководство по пользованию медициной, доктор Мясников. Тоже хочу почитать. Потом, значит, вот эту книгу «Комнатные растения». Я почему-то думала, что она будет другая. Но здесь вот я сначала подумала, ну как, посмотрел, думаю, зачем она нужна такая. Здесь просто картинки и название цветов. Потом подумала, здесь вот кактусы есть. У меня дома есть цветы, вот кактусы. Я даже не знаю, как они называются. А так вот можно посмотреть название и найти в интернете, почитать, что за цветок, как за ним ухаживать. Ну, в общем, я подумала, что все-таки эта книжка полезная. Хотя бы знать название цветов, какие у тебя есть дома. Вот, ну, в общем, вот такая вот книжка. Растения комнатные. Еще, значит, я выписала домашний хлеб. Я выписала 5 лотов. И мне, значит, как если я 5 лотов выписала, значит, мне бесплатная доставка идет. Я за доставку не платила. Вот, и, в общем, домашний хлеб. Вот такая вот книжка. Тут вот. Вот такая вот книжка. Тут с рецептами, с картинками. В общем, посмотрим. Может быть, буду пить что-нибудь. В общем, про хлеб. Такая книжка выписала. И выписала рецепты для мультиварки, скороварки. У нас есть мультиварка дома. И, в общем, я решила вот выписать ленивые голубцы, цыпленок с брокколи. В общем, тут вот описание идет, название, все описывается и картинка, что должно получиться. В общем, вот такие вот блюда для мультиварки. Вот. И еще я вот сделала подносик. Все-таки я выбрала тематику такую вот новогоднюю. Посыпала вот блесками ее. Приклеила, купила в Фикс Прайсе вот такие вот елочки, снежинки. Я потом вставлю. Я снимала, когда я докрасила, все сделала. Я снимала видео, я вставлю в конце. Вот, ну, я еще не закончила, у меня не было времени, мне нужно еще покрыть это все лаком. В общем, вот такие у меня тут елочки. Лаком я еще не покрыла. Вот. Вот такой вот у меня получился подносик к Новому году. Ну, я думаю, это моя первая работа. Я раньше делала вот домик такой, мне не понравился, очень получился темный. И в общем, я решила его перекрасить. Ну, в общем, собственно говоря, это нормальная моя первая работа. Вот так вот получилось. Я думаю, для первой работы получилось неплохо. Подносики я еще ни разу не делала. Вот. Ну, в общем, вот так вот у меня я покрою лаком. И все, и на этом эта работа закончится. И теперь, в общем, я хочу сделать также снеговички приклеить, чтобы был как набор. Вот. Всем привет! Я вот сделала такой поднос.
Вот у меня что получилось. Вот, в общем, я сделала новогоднюю тематику. Вот такие вот у меня тут с блёстками. Я посыпала блёстками. Вот. Блестит. Лаком я еще не покрыла. Вот только сейчас вот закончила. И вот эти вот бока я хочу, значит, пройти шкуркой. Потому что я их замазала белой краской. И вот я хочу пройти шкуркой. Там под этой краской у меня блестки тоже. И вот чтобы они немножко блестели, в общем, я хочу вот здесь пройти шкуркой. Но это высохнет, когда я пройду. Я брала, значит, вот такую матовую акриловую краску. У меня вот обыкновенный старый клей. Потом я, значит, купила, вот где ногти продают, это лак. Лак, вот, ну, все для ногтей. Я купила там, значит, вот такие блестки. Это блестки для ногтей. И вот я ими, вот этими блестками посыпала, в общем. И вот у меня что получилось. Вот, я еще лаком не покрывала, я вот только сейчас закончила и решила снять. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Вроде бы неплохо. И вот здесь я в Фикспрайсе брала вот такие вот, я не знаю, как они называются. В общем, я в Фикспрайсе брала, и вот я тоже здесь наклеила звездочки, наклеила елочки. И где снежинки наклеила сбоку по бокам. Здесь вот у меня снежинки. Здесь у меня две снежинки. И здесь вот у меня снежинки с елочками. Вот я потом, я краской их немножко заляпала, но я потом наждачкой пройдусь. Их приклеила на клей. В общем, у меня вот получилась вот такая вот, не знаю, красота, не красота, красиво, нет. В общем, вот такой у меня подносик получился. Вот, я, значит, брала вот такие вот салфеточки. Вот я их обрывала здесь, убирала слои. И вот у меня эти салфеточки. Вот. Я вот применяла дело из этих салфеточек. Я еще хочу, значит, у меня вот еще домик, такой вот чайный домик стоит. Я его... Мы его сами вырезали. Вот поднос я купила, а домик мы вырезали сами. Вот. И, в общем, я его покрасила в белый цвет. Вот крыша, как вроде, вот снег на ней лежит. Крыша снимается. Здесь вот тоже так покрасила. Вот. И, в общем, я хочу тоже. Этот домик мы сами клеили, вырезали, клеили. И вот такой он у нас вот получился. Вот, я тоже хочу, но я уже сегодня не успела, я только закончила поднос, и то не закончила, еще осталось покрыть лаком. Вот, и в общем, вот этот домик я тоже хочу также вот этими снеговичками поклеить, в общем, ну, в общем, вот, хочу, чтобы были одинаковые. В общем, к Новому году я вот сделала вот такие вот, ну, делаю вот такой вот подносик. Вот. И вот чайный домик приготовила, вот буду делать. Всем привет! Я сегодня делаю слойки с мясом. Я, значит, вот перекрутила мясо, говядина, тут лук и сало. Вот, в общем, этот вот перец я приготовила. Сейчас посолю, поперемешаю все. Я вот купила, значит, вот такое тесто слоеное, две пачки. Вот сейчас буду печь. У меня уже вот она оттаяла. Вот. В общем, вот я приготовила уже место, приготовила противень. В общем, буду сейчас делать. Ну вот я раскатала, значит, сейчас порежу на квадратики. Мне вот одной рукой неудобно снимать. Вот, ну, в общем, сейчас порежу на квадратики и буду делать эти пирожки. Ну вот я порезала.
Сейчас мне вот одной рукой неудобно совершенно. Вот. Но я сейчас положу, слеплю и покажу, что у меня получилось. Вот я вот так складываю в треугольнички. Вот, и потом вилочкой вот здесь по краям прохожу. Вот я положила мясо. Вот у меня что получилось. Вот. В общем, сейчас я вот слеплю и поставлю печь. Пеку я вот в этой печке нашей, в электрической. Вот что у меня получилось. Я одну попробовала, вкусные получились. Я, значит, их выпекала 20 минут. И сделала температуру 150 градусов, ну, чтобы у меня мясо было готово. И потом, вот, когда кушать будем, я покажу, какие они вот в разрезе. А так вот они вот такие вот, как сам сыр получились. Всем доброго вечера. Мы, значит, пирожки, что я пекла, все съели. Ну, самса, пирожки. Я, значит, вот заварила себе чай одноразовый. И напекла на вечер булочки. Вот такие вот у меня получились булочки, плюшки. Вот. Такие вот. Немножко в некоторых местах подгорели. Я просто прибавила температуру, и мне немножко они... Ну, так они хорошие, красивые. Ну, вот я хочу сейчас попробовать с чаем. Наверное, вкусные. Вот я пью чай. Вот мои булочки. Такие вот. Вот они в разрезе. Я одну уже слопала с чаем. Очень вкусно. Вот. Никак не привыкну смотреть в камеру. Все время смотрю на себя. Красавицу любуюсь. Вот. Ну, кто пьет чай, всем приятного чаепития. Пока-пока.